Всем привет, ну что, продолжаем трешовать, качаем пятый талант на нашем Акникреле. Реально герой просто невъебически имбовый, я бы так сказал, с любой сборкой он реально тащит и очень хорошо держит урон универсальный. Так, ну что, у нас на смене Каменка, окей, есть, вот наша Каменка, качаем Каменку. Так, обмен славы. Ну, предел склада. А предел склада из-за того, что мы будем качать дальше шестые руны. Так, это можно. Ничего себе. Так, сейчас мы потратим их. На 4 часа ускорили. Офигеть. Так, отлично. Покупаем 10 рун. Да хренище мы сегодня где-то уже 150 тысяч кулаков просрали. Ну, не просрали, а потратили с пользой. Так, хорошо. Поехали. Не считая рун, конечно, там бы было намного больше. Я еще других героев поперекачивал. Так, где он? Иди сюда. Где ты? Имбище. Улучшить. Восьмерочка. Поехали. Не сюда. Назад. У нас еще остались 4 коробочки и чик, приговор. Ну, приговор нам нахрен не нужен. Гнев тоже нет. Огненка уже была. Бастион. Вот так вот вернулись к тому, с чего начинали. Отлично. Так, хорошо, идем изначально. Давайте посмотрим. Думаю, вы уже, кто смотрел 4, видели разницу. То есть мы уже с разными талантами прокачивали его. Был с бастионом, с ожогом, с огненкой, с уклонением. Ну, с сложным. И вот с каменкой у нас. Со всех мне понравился так. Больше всего это ожог. Как обычно, не знаю, мне что-то он больше всего нравится. Ложный выпад. Так себе. С одной стороны хороший, с другой стороны не очень. По поводу огненки, ну, тоже так себе, очень много вопросов, но тоже, если в пачке будет универсальным. Так, смотрим дальше, что у нас. Каменная кожа, поехали. Поехали тестить каменку. Только сейчас, секунду, я завтыкал. Сейчас мы сделаем его на максимальный деф. На максимальный деф это мы сделаем. Попробуем сделать так. Огненная защита. Вставить. 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 Еще раз вставить. Вставили. Артефактом ставим медальку. Есть. Сюда ставим ангела. Ну вот. Теперь у нас он собран на максимальный деф. Можно так сказать. Поехали. В чем плюс каменки перед огненкой? Она не блокируется. То есть всегда стабильно. Смотрим. Некрос против. Ну, как-то так себе по нем бьют. Но я смотрю, держится он. Давай, отхиливайся, что ли. Все, слился. Товарищ Сталин нас слил. Вот так вот, ребята. Так, что тут у нас интересно? Вот Анубис есть какой-то. Давайте вот так вот сбоку попробуем зайти. Вытащить некоторых товарищей у Иваныча. Так по себе герой реально просто топчик. По сравнению с теми героями, которые выходили в предыдущих обновлениях. Ну, Фрея, конечно, имбовая. Но он это просто жесть. Смотрите, что он делает. Бешеный урон. Просто бешеный урон. Вот хранитель. Смотрим против хранителя. Я надеюсь, хранитель... Вот хранитель включился. Видите, он практически даже с каменкой без урона. Он себя просто сливает об щит. Ну, конечно, ушатал без проблем. Такая сборка реально топовая будет. Одна из топовых.
Если даже собрать, мы сейчас его побегаем так, и потом соберем на уклонение с каменкой, посмотрим разницу. Но вот такая вот сборочка, я думаю, будет самая одна из универсальных. Этот герой, ну, я не знаю, ему в команде, если в пачке смотреть, рассматривать его, ему не особо надо, урона много. Он и так будет наносить. Основная, как бы, польза от него, то, что он парализует их и хилит сам себя, то есть... Отличный, нормальный дамагер. Жизни у него тоже немерено. Плюс иммуны есть. Вот смотрите, а зонально он бьет больно. И так он даже лупит 10 ударов за 2 секунды. Если выставить ему крит, то там будет вот криты прошли по бигфуту, он его практически слил. Вот опять, все, добил. Сейчас он возьмется за капитана Дрейка. Ну, я не знаю, вот судя по тому, что вы видите я сейчас, то все-таки не надо ему очень много урона. Любая это вам сольется, а вот добавить ему дефа, я думаю, будет очень хорошо. Посмотрим, конечно, дальше по локациях, что он сможет. Ну, каменка пока на сегодня себя реально оправдывает очень хорошо. Точно так же оправдывает себя ожог с психощитом. Тут стоит сейчас каменка, можно рунами огненка, то есть еще понижение, плюс медаль стоит. Его реально очень сложно будет убить. Можно собрать каменка плюс уклонение, тоже интересный вариант. А представьте, если ему еще корку влепить рунами, что будет? Ну, неплохо, мне очень нравится. Либо на стан поставить. Ярость. Так, ну что, добьешь Анубиса? Ушатаешь его сегодня или нет? 4 секунды. Ну давай, давай. Не, все-таки чуть-чуть не хватило. В общем, так вот. Давайте еще найдем какую-то топовую расстановку интересную. Вот есть Фрея, будет интересно против Фреи потестить. Хранитель. Вот, давайте вот так вот выпустим. Так, стрелок, смотрим. Ослепление даже у кого-то стоит, насколько я вижу. Вот хранитель. Попадает, но все равно не так проседает. Если у него будет отхила побольше, будет неплохо смотреться. Слили. Вот так вот. Так, окей. Побежали, потестим его... Потестим его. На подземках я уже не хочу, побежали на арену. На арене посмотрим. Поехали. Так, Некрос. Куча разных героев. У нас ворожай плюс он. Вот он в роли танка выступает. Наложил паралич. Сейчас еще раз должен наложить. Так, ну там Фрея портит. Ну смотрите, урон держит отлично. Конечно, там включились отражалки. Ну, неплохо. Неплохо. Очень неплохо смотрится, учитывая то, что здесь и Некрос есть, и куча всякой хрени. Стрелок. Не знаю, мне понравилось. Давайте еще на этого нападем. Фестиваль. Так, вот тут вот будет, думаю, попроще все. Вот, паралич. 3 секунды, герои просто отдыхают. Сейчас опять то же самое будет. Вот опять они стоят паралич. Все. То есть реально в этом плане, в плане каменки, если он будет даже атакующим, круто смотрится все. Урона, конечно, намного меньше. Но можно поставить грубую силу, можно поставить гнев рунами. И будет все отлично. Наролить ему крит. Но тут сейчас стоит уклонение, потому что, я не знаю, мне больше нравится его сборка с уклонением, плюс у него дополнительно надо иметь очень много точности, чтобы его слить. Ну, думаю, он тут добьет без проблем. Так, хорошо, побежали в забытую. Добавляем карты. Давайте вот так вот начнем с него.
Так, против нас. Вот смотрите, как отлично. Он просто шатает. Даже его заблочили. Вот если было бы огненка, огненку бы заблочил Ара. А тут каменка стоит. А каменку вы так просто не заблочите. Кто там остался? Рину? Ну, вот смотрите, как он Рину шатает. Рину с 11 скиллом. Думаю, там фул прокачка. И Рину ничего не может ему сделать, к сожалению. Он просто его разносит. Все. Раз. И сейчас второй раз. 3 секунды паралича, это, конечно, жесть. А потом включается его скилл, который бьет 10 раз за 2 секунды. Так, он тут я сольюсь, скорее всего. У меня все герои. Без рун. Так. Тут должны затащить, наверное. Тут Фрейя есть. Так или иначе она включится, она их должна посливать с грубой силой. Да, плюс отхилы. Так, есть. Смотрим еще один походик. Так, Аврона, ну давай посмотрим на тебя. Так, тыква, ведьма, стрелок. Паралич. Урон, блин, ну просто круто. Смотрите, что делается. Вот до половины его просадили. А, слился череп. Наверное, отражалка еще на ком-то очень как-то быстро слился. Ну, неплохо. Я считаю, очень отлично. Так. Бигфут, включайся. Отлично. Красавчики. Бигфут вообще жесткий стал со скином. Просто тащит с каменкой. Так, ну тут что такое? А ну-ка. Ну-ка, слились. Ну, бывает. Они раздетые все. Так, ну давайте еще в экспедицию забежим. Экспедиция. Выбрать героя. Мы еще здесь не бегали, не смотрели на него. Так, окей. Поехали. Урон, как видите, зональный, просто бешеный. Тут не надо какого-то атакующего таланта. Он будет очень хорошо сливаться. Вот против Фрэнки смотрим. Так, Фрэнки, тыковка. Тыква не добежала. Да, я думаю, тут и Фрэнки не особо выживет. Так, смотрим. Самое главное, чтобы паралич проходил нормально. Там ворожей под хил дает. Ну, я думаю, это вечный бой может быть. Фрэнки однозначно его не убьет, хотя, смотрю, Фрэнки сливаем по чуть-чуть. Единственное, там ворожай дает под хил Фрэнки. Фрэнки в кубке еще вроде. Ну, круто. Реально круто. Очень в плане разносторонности и разноплановости применения этот герой, наверное, один из топовых на сегодня. Фрейя тоже кайфовая по-своему, но, блин, тут просто получаешь кайф, когда играешь таким героем. То есть он и атакует, и имеет иммуны, и дамага хорошо, и дефа хорошо, и отхиливает себя. Ну, реально очень крутой герой. Поэтому столько видосов в один день, потому что надо определиться с талантиком. Ну и чтобы вы видели, какой талантик ему хороший. Так. Ну, не могут его слить. Если посмотреть на других моих героев, они проседают жестко, этому пофиг вообще. Жестко, конечно. В общем, вот так вот, не знаю. В принципе, вы увидели, где его применять. Ну, применять я буду его однозначно везде. Я думаю, я ни одного прокачаю, потому что реально очень-очень кайфовый герой. Так. Так, что я хотел? Давайте потестируем психощит, поставим артефакты, поставим на уклонение, поставим ему вот так вот, побежали, посмотрим на такую сборку, что он сможет, именно каменка плюс уклонение и психощит. Тоже довольно отлично смотрится. Смотрите, сколько миссов. Это просто жесть.
Вот почему ожог ему тоже хорошо заходит. Он дополнительно блокирует какие-то талантики. Вот смотрите, стрелка сливает. Я говорю, стрелка сливает. Хранителя просто слил, тут даже не успел включиться. Жесть. Просто жесть. Ну, даже такая вот сборочка смотрится на нем очень круто. В общем, герой, которому можно лепить разные таланты, и с любым талантом он будет реально имбовый и тащить, потому что есть герои, которым определенные таланты подходят, ну а тут, я даже не знаю, тут надо несколько их с разными талантами ждать скина, хотя бы минимум 3, как Некроса, их будет однозначно, потому что для каждой локации надо будет свой. Вот так вот. Ну, я считаю, это кайф. Это просто кайф. Так, сейчас покажу, тут были некоторые нападения. Так, недавние. Ой, блин, не туда зашел. Вот, смотрим. Герои стоят там. Руны на некоторых стоят, артефактов особо нету. Они не собраны. Вот нападает с Некросом, с Вольтом, Бигфут. Кто там еще? Ворожей, Фрея. Или нету Фреи? Нет, Стрелок. Вот смотрите на моих героев. Низ слили. Смотрите дальше, что он делает. Некрос как просел. Вольт тоже просел. А смотрите на его жизнь. Ему реально пофиг. Все просто. Просто изи. Так, где тут еще? Тут непонятно, что было. Повелитель бури. Там шапка одна ушатала его. Так, тут. Ну, тут интересные тоже герои какие-то, смотрим. Вот он щиты положил полностью, все. И вот включается герой. Он, во-первых, паралич наложил. Все, не просто упало это, их просто снесли. Так, тут у нас какой-то хранитель. С другими, ну, одно и то же самое. Так, ну тут с магией, но все равно давайте посмотрим. Интересно. Вот он себе воюет один, причем, и смотрите, как всех посносили практически, он еще держится по жизни, то есть реально он себя за счет своего отхила вытаскивает, просто жестко вытаскивает. В общем, вот так вот, ребят, не знаю, пишите комменты, как вам такая сборка. Я пока не знаю, я даже не могу определиться, что ему ставить. Буду ждать завтрашних акций, возможно, будет еще один, тогда будем что-то определять и ставить 2 талантика. Пока вот так вот, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я уже на сегодня запарился писать эти видосы, но решил уже доделать обзоры с разными талантами топовыми, чтобы вы видели, где и как он вам нужен будет, и какой талант вы хотите у себя видеть на аккаунте. Все, всем пока.